Приветствую всех, с вами Сенсей. Надеюсь, в этот раз не будет там ляпа. В этих старых играх какой-то ляп получается, зависание нам. Вы, наверное, заметили, в этой игре, потом Battlefield 2, какая-то хренотень. У меня ролик подвисает, надо немного подождать, наверное. Не знаю, плохо стартует со старыми игрушками. Может, из-за HDR, черт его знает. Я уж не помню, где мы. Что-то мы... А, вот сюда куда-то. Вот здесь я их свалил, да? Где это собаки-то были? На парке-то. Мы вот отсюда выпрыгнули, да? А, вон отметка. Думаешь, Аль-Башир тут? Дождитесь хорошего качества. Сначала Full HD, потом 2К. Я много роликов заливаю, они по очереди обрабатываются. Если первый не обработался, который я залил, вот этот сегодня будет первый, он всех раньше сделает. Чисто! 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 Это еще что за херь? Монтес! Ты тоже это чувствуешь? Надо открыть дверь. Тяжелый, черт побери. Я вхожу. Че, дайте мне тут денежку. Чисто. Берем. Да это ж золотая жила. Это командный центр. Че не берет? Самое это обидное, что это дерьмо еще здесь. Надо все рассортировать. Угу. Толкается они. Тут карты Парижа и Нью-Йорк. Еще расписание поездов с надписью 202. Серьезное дерьмо. Иди сюда. Оказывается, я встал как раз там, где надо. Выбора нет. Черт. Ты вообще понимаешь, что это? Русские. Атомные бомбы. Тут только одна. Блять, я вот удивляюсь, да, вот одна и та же сказка, одно и то же. Вот каждый раз, вот я не знаю, насколько надо быть дебилами, блять, чтобы каждый раз во всем виноваты русские. Каждый раз. Что это, бля? Черт, это же Аль-Башир. Они к этому нас приучили, что мы уже не обращаем внимания русские. Сваливаем отсюда нахер насчет данных. Если бы одна серия была бы русской, да, кто-то, может быть, были какие-то подозрения в самом деле русские. Но если каждый раз, блядь, во всем виноваты русские, значит, они не виноваты. У нас тут ОМП, кажется. Их может быть еще несколько. ОМП? Не понял, не слышу тебя. Давай еще раз, пожалуйста. Ах, не к добру это. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если этот видишь, плохой, а тот хороший высадил. Не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив, но, бля, билетов на него не покупаем. А что с другими бомбами? Так, он думает, что еще Элвис жив. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Выпил». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Нас Маяковский, ты не встретишь, наверное, фамилии-то, бля. Редкость. Мы знаем, что вы его чрезвычайно. Выкладывайте уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Все какие-то известные. Жириновского еще только не приплели. Тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима. Yeah.
Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Сейчас группа прикольно будет уровень, по-моему. Вот. Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. Подрезал он его, видите? Если бомба взорвется, такой черный, да, раз подрезал бояр. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Ничего себе, он рулит. Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Я на пятнашке такого себе позволяю. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Можно сказать, до копеечной машины. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять. Он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Сукин сын. Ой, давайте уже. Пошли. Я думаю, куда он стреляет? Он в башку пошли, стреляет ему, блядь, повисит. За мной. Через автопарк. Спускаемся на уровень Б, а потом по лестнице вверх. Да ж... Какие чистые окна. В окно чуть не зашел. Мочи их сзади! Мочи их сзади или у нас сзади? Да, тут с машинами надо очень аккуратно. В этой игре постоянно они срываются. Какашки полетели у них во все стороны. Это, блядь. Да, нахуй, заткнись, блядь. Заткнулся. Жопу, блядь, лупит. Мне нравятся вот такие скоростные автоматы, прям вообще в усрать. Как же эта игра-то называется, господи, надо будет ее вам поставить, забыл я совсем. Там в роботе ты. Черт, что ж там делать? Находишься в роботе, там играешь в роботе. Пробьет, пробьет. Вот эти вот супер спецэффекты, да? Ну, конечно, Bad Company, конечно, рядом не поставишь. Это уже продвинутая игра, по большому счету. И там дико раздражает туман вонючий. Просто, блядь, выбешивает нам. Я прям заткнуться не могу. Он прям меня так раздражает, что я прям не могу ничего делать там, в той игре. Там последняя осталась часть. Ты вон, хорёк, блядь. Вылазь нахер. Все, его чуть не пойдёт. Вы видели его? За пазуху кинул, блядь, своего. Я что-то такого вообще давно не видел, блядь. Чтобы угодить, блядь, кому-нибудь своим, на. Блядь, поликос. Твою мать, блядь, а.
свою попал, блин. Сигналку у кого-то там сработала, блядь. Выйдите, блядь, машину свою, говно свое почините. Заткните ее. А что, у меня второго оружия-то нету? Ё-моё, что это такое, блядь? Надо было взять мне оружие какое-нибудь. Ну-ка. Да что такое, я не понял. Свое оружие выбросил, что ли? Блин, я вот от него не отделаюсь. Не оставлю. Где фонарь-то у меня еще? Понять не могу. Куда идти-то, блядь? А, наверх. Потерялся, блядь. Пицца. Ничего себе вы убежали, ребята. Вы налегке, что ли? Давай, ломай дверь. Газ, 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 газ. Зачем загазовывать все помещение? Как кто знает, может быть, хотели отвлечь внимание, это не важно. Нам главное найти ядерный чемодан. Хорошо. Через тот проход там должны быть ступеньки. На точку. Да что ты за шлопай такой, блядь? Да надоел ты уже, да? Все, иди отдыхай. Обиделся и улетел. И улетел к чертям собачьим. В комнате никого. Ага. Здесь вот как раз я помню, сейчас будет бойня. Или в следующем зале. Значит, в следующем. Митька идет, не бойтесь. Стоит, ждет, вы видели? Мерзавец, блядь. Шипито вонючий, блядь. Где, где? Кто стреляет-то, блядь, моему? Гранат не ко мне кинули под ноги, блядь. Ко мне. Ты смотри, блядь, чертила, блядь. Как из этой, блядь. Черт из коробочки, нахуй. Где вот он? Циркач, вы видели циркач, блядь, маску, блядь? Ёб ты, твою мать, блядь. Есть, на, залупил. Это, конечно, грубо, но так и было. Урал такой, да, и это сделал. Смотри, блядь, меня выносит, блядь. Через дырки, блядь, какие-то. Через столы лупит. Что-то быстро я прошел, блядь, я помню, здесь возился, блядь. Но я же не играю на легком, как всегда говорю. Я только стримлю на легком, потому что... Ну, у меня такое впечатление, смотреть одно и то же по 10 раз. Все должно быть быстро и ловко. Как говорится, не умеешь на харде играть, лучше и не лезь. Я на харде играть не умею и не люблю. Я люблю получать удовольствие от игры, а не дрочить на нее. Чтобы она не раздражала, чтобы у меня руки не тряслись, блядь. Как в покере, блядь. И приближаемся сразу. Вы чё? Блядь, вы видели, сколько времени она там загоралась, эта дрянь? Блин, прямо ему левый глаз... Лупил в левый глаз, видели? Чёрта это. Он же даже заорал, блядь, это. Идём.
Блин, я думал, я уж как в этом играю, типа. В крутых шутерах, в новых. Думаю, что меня прикроет, да. Все, что сзади сейчас в новых шутерах, что сзади остается, они добивают там. Да. В нормальной игре. Ну. Выкусите, суки, блядь, куки. Блин, тут место противное. Там сверху они лупят, блядь. Да, башки подняли. Опа! Чертило, блядь. Вынырнул, блядь. Раз такой. Здравствуйте. И тут же получил, тут же, блядь. Хайдакал я его. Тих ты, блядь! Я еще хотел туда забежать. Твою мать, блядь. Блядь, этих нету, ну. Да, блядь, куда он, блядь, бежит? Блядь, гранат все раскидал я, гранаты, тупица, блядь. Как раз здесь граната была бы сейчас, да? Даже больше, чем кстати, блядь. Они как грибы, блядь, выращивают их там, блядь, за углом, блядь. Доктор кто, блядь? Давайте шлопай. Вы слышите, как дверь открылась? Я нет. Забыли ее озвучить, я похоже. Чё ты? Нам нельзя отставать от него. За трясню тут. Кого мы ловим-то, блядь? Чёрта какого? За гранату. Вон бы что. Чемоданчиком. Ах ты... Крысёныш, блядь, ё-моё. На! Оп, вот так вот, на. Да, отдайте, вот и всё. Вот, вот твой газ, вот чёрт, твой, твоя маска, надо. Вот быстрее. Твоя жизнь, блядь. Да? Как там? Все твое, блядь. Эх ты, блядь. Вышел я, ребят. Нет у меня гранат. Где гранат-то вообще написано? Вот. Бесплатно прошел, блядь, брат. Ты че у меня забуксовал-то, мужик? Подожди, мы попадем под перекрестный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Понял. Ха! Они уже все ломанулись, а я все буксую здесь, блядь. Тупица, блядь. Потерялись они уже все. Вот эти вот кто такие? Не пойму. Чисто. Я уже вставать при... Он сам встает, а я с прошлой игры все встаю. Все нажимаю. Обходи автобус. Блядь, граната. Плохо. Оп, на велике. Я был когда-то рокером. Где это тут? Огонь и вперед. Полицмен, блядь. Блять, автобус не взорвется. Потерялся, блядь. Эх ты, блядь, у вас тут как Call of Duty, блядь, тут на. Ребята, блядь. Не слишком ли много, но? Меня бы сейчас завалили бы уже, точно, блядь, говорю. Но. Я вылупился, блядь. Я и не помню, чтобы столько народу тут было. Смотри, блядь, блядь! Тручок, блядь, сачок, ну. Иди в толпу свою там, ну. Пошел, все чисто. Харьков своих бросил, блядь, где-то зашкерился, блядь, хитрец ее. Видели, черт какой, блядь? Мерзавец. Сейчас машина взорвется, блядь. Взорвут однозначно машину.
опаснейший гонит. И пошел ты. Вперед, вперед! Это он! Черт, он уходит! Через арку! Что-то я уже тут припоминаю. О, сейчас пульнет он точно, блин, вообще сейчас тут спецэффект такие будут. Бля, я помню, первый раз смотрел, бля, обалдеть там. Ну, сейчас уже, конечно. Трубой. Вот этот, по-моему, и сдохнет, да, вот сейчас. Черт. Василий Альбабович. Давай за горбой. Нет! Можно просто Вася. Оставь меня. Ну нет, конец, я задержу их. Давай! Да все тут, чё, блядь? Нельзя здесь оставаться! Надо следовать приказу! У меня что-то и крови изо рта нет, блин. Дима, давай! Пошли! Из легких. Надо валить! Идет кровь. Пошли! Иду. Я думаю, что это звук такой хреновый, оказывается, их же нахлобучило, блядь, взрывом. О, пошли. Свист прекратился, блядь. Блин, я думал, тут просочиться можно было. Да мы, по-моему, бесполезно бежим, он, по-моему, все равно убежит, Барбос. А вот сейчас даже схватку. Эх ты, блядь, промахнулся я. По сиськам, по писькам мне не давали, блядь. Дайте мне возможность еще раз ударить. Хрен там. Это не реслинг. Ну сейчас, по-моему, на лестнице я буду. Сразу схватывает. Эх ты, блядь! Опять сейчас нахлобучит меня. Дайте мне возможность-то, блядь. Все, нахер. Под электричку, блядь. Там вот это, нещадят, да, в этой игре? Я заливал вон этот Хитман. Революшн, по-моему, называется. Там, да, там промахнешься, но все равно там есть возможность. Так, что, сначала Е, потом Д. Потом кнопку. Сделали бы ты 3-5 кнопок бы, сделали бы. Ну, я имею в виду повтору. Эх ты, блядь, опять, да что ж ты нахуй? Я уж думал, все. Смотри, блядь, мерзость какая, блядь. Он лежал уже, все. Я пропустил, и все, он меня скинул, видать, туда, под электричку. Надо кнопку сразу нажимать, чтобы это, потом пробел. Ну, не интересно, вот эта вот комбинация, когда щадящие были бы, например... Какие-то... Вообще три надо нажимать кнопки, блядь. Нахер ничего не надо нажимать. Ну, сейчас улегся там, пошли. Лежит. Ты обезвредил? Чё я тут занимался каким-то гондоном? Что это за херня? Это же пустышка! Это не ядерное оружие! Чёрт, где бомба? Нет! Опаснейшее дело. А у нас такими вещами кидаются, блядь. Западные страны. И разговоры ведут, ничего не боятся, блядь. Не знают, что у нас очень гуманное общество. Даже не общество, наверное, я неправильно сказал. Когда это было? 10 часов назад. Руководители гуманные. 80 тысяч жертв.
штат президента вместе с ним взятые. Гуманисты и такие. Как, я бы с другим словом их назвал. Хотел, что ли? Да вы, ребята, что тут, совсем охерели? Я пытаюсь не допустить того же в Нью-Йорке. Как думаете, сержант, кто это сделал? ССО и Соломон. Результаты взрыва подходят под характеристики русских ядерных бомб. Дима был там в это же время. Понимаете, к чему я? Дима пытался остановить взрыв. Парижская бомба одна из пропавших. Бред. Ну и что? Это ведь все равно произошло. Сержант, вернемся назад. Вспомните-ка банк. Вы сказали, парижская бомба связана с банком. Это не Дима. Он не мог. Я жду. Мы послали сигнал тревоги. Кремень-3, рота Чарли, первый танковый. Они за нами прибыли. Миллер за нами прибыл. Смотрите финал Battled Field, этот как его, Bad Company 2. Последний там честь, по-моему, осталось. Новую игрушку я сейчас залил. Ужасен. Антологии картинка. Зло во мне. Ничего мне так, ой, дьявол во мне. Поначалу мне зашло, но оптимизации там вам не дарю. В каждой части они танки делают. Ну, разнообразно. Мне эта часть очень понравилась. И полетать, и поездить, и все. И пятая мне очень зашла. Смотрите, у меня пятая. Если записи остались, я обязательно дойду. Там на танке надо доделать. У меня на танке, по-моему, одна только часть. Начало только. У меня что-то какой-то глюк вылетал. Я не мог его устранить. Башкой-то дали бы мне покрутить хотя бы. Ё-моё, так они дают мне покрутить, только она не крутится. Блики на экране, все забываю, несколько игр заливаю, забываю убрать их. По крайней мере, посмотреть, может, как-то их можно убрать в мозгах игры. Давай, конечно. Пусть глотать не даем. О! Стал крутиться башка. Мягкая. Что-то они тут затянули, по-моему, да? С этой хренью, вот с этой поездкой, блин, вначале. Что-то мышь целится, правая стреляет, там левая, понятно. А где они вообще все? Ё-моё, куда это я, блядь, запёрся? Твою мать, блядь. Ну и тупица, блядь. Я и попасть ни в кого не могу. В танчики, блядь, 100 лет не играл. Есть одна тварь попалась. О, скрутились они тут, блядь. Чё ты, блядь, боеприпасы ты не стреляешь? Когда надо, блядь, они разъехали. Вы видели, два танка можно было бы завалить. Ну, два не два, но... Сваливают они уже, ну. Я и попасть-то ни в кого не попал, блядь. Стал еще дебил так, что через задницу, блядь. О, я залупил еще одного. Где морда-то у меня? Ёх ты, блядь, кого-то еще лупит. А я уж тут решил, все. Тепловизор. Как я его включу? Чем?
Все. Отлично. Ех ты, блядь, лучше нахуй убил, да. Да что ты, блядь, ёпты! А, так он сдох уже, на. Почему они сразу не искали тепловизор? Тут поинтереснее, конечно, чем это бэткомпании этого. Будет поинтереснее на танке. Так он медленно едет. Или кажется, что. В жопу говорит кому-то, что ли, ничего не слыхать. Даю вид беспилотника. Беспилотник работает. Сразу нельзя было. Вообще наша, по-моему. Ракетная батарея — ваша главная цель. Авиация готова. Принято. Кремень, ожидаем налета. Ну, разворошили толпанный улей. Видать, так, какой-то миля, черт, блядь, цель. Лопал как свинья, а потом закодировался, блядь. Кремень 3-1, мы видим ваш маркер. Авиаудар через 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Раньше он прилетел. Куда они стреляют-то вообще? Мы на точке возврата. Идем на базу, прием. 3-1 вас понял. Ультра 3-4 и другие силы начнут немедленную повторную атаку. Имеющимся в наличии кремнем придется атаковать укрепленные позиции. Конец связи. Побыстрее заряжайте, блядь. Мне хочется побыстрее стрелять. Блять, танк где-то здесь рядом со мной шаров, если он уже рванул туда, наперед. Эх ты, блядь! Эх ты, блядь! Тут лупанул, блядь, конкретно. Куда не поехал? Так а чё, куда же они поехали-то, вот эти хорьки-то, блядь? Я за ними еду, за этими дебилами. Увлёкся так, что и метки-то не смотрю. Встали и стоят, блядь. Меня что ли ждут? Твою мать, чё тут такое? Танк тут делает. Без базуки. Трусой. Я не пойму, что-то я куда-то стреляю, блядь, и никого попасть не могу. Смотрите, вот, что это такое, блядь? За дресня такая, блядь. С первого раза не убивается, что ли? Обязательно надо прицел ставить? Я же и так вижу, что попадаю. Куда вы нахер побежали? Пленных не брать. Вот эти хорьки-то вынырнули. Блять, это наши, но. Наверное, похоже, блин. Маяки синие. Прием, прием, прием. Принем. Что принем? Вопрос, принем.
ответ. Впереди полевое облако. Справа по ходу. Понял. Вижу его. Двигайся левее. Левее, блядь. Опять вы там что-то мне крутите, вертите яйца, блядь. Давай на высотку вылазим, пока есть возможность. Я уже увлекся вот этими собаками, блядь. Давай быстрее, лапкач. Отлично стреляешь, Миля. Гадалки не ходи. Как ты, блядь, не успел я футболиться. Пока я на высоте, пес с ними, пусть заманивает. Лишь бы сверху не накрячили, вон там гора, блядь. Пока мы выигрыш. Позиции выигрыш. Но все могло быть, все могло быть. Оп. Стреляйте по калиберным. Давайте уж один танк-то подбейте, блядь. Все мне. Твою мать, блядь. Не успел свалить. Замотало что-то. Закрутило, замотало, запердело. Себе, блядь, хлыщи, да. Так вот это что это за дрянь? Может, это наша, наверное, нет? Что-то понять не могу. Кто кого обстреливает-то, блядь, я не пойму. Сейчас обстреляю, блядь. Смотрите, смотрите, блядь, горит, блядь, едет и горит, нахуй. Вот так как-то, да. Заряжайся быстрее. Набил я руку-то вроде. Колонна встала, да. Утрый парень. От меня еще никто не уходил. Включайся на спарку, займись пехотой. Стреляйте, мы не берут. Вот какой-то псачок, блядь. Чью колонну я тут расколбасил? Пес ее знает, блядь. Наверное, врагов. Куда ехать-то? Все, бросили и поехали в другую сторону. Просто кажется так, это ближе объекта, наверное, скорость так надо. Так, что там двойка-то? Газопогаситель, что ли, вот этот на пушке-то, я не пойму. Вот почему вот это вот не сделали, это, в бэткомпании, почему вот это? Там, блядь, в этой пыли вечно, блядь, в говне в этом. Эти очки придуманы были черт знает когда. Там вот такая пыль постоянная, блядь. Какой бы биом ни менялся, бля, постоянно дресня это. Сорвался я, вы видели? Газку поддал. Кто это вот наши, блядь? Я смотрю, ничего не стреляет он. Да, им
все-таки хорошо, когда есть еще вспомнить. Тем более графику я прикрутил, просто очень неплохо. Блять, спрятаться-то некуда. Че прятаться? Да здесь меня вон ждут эти парки. Иду, иду. А, здесь у меня ложится в этой игре. Там не ложится бэткопание. Расстреляли нас как в тире. Насколько я помню. Как в Far Cry, блин, третий. Кто-то пошел и подорвался на херам. А что говорить? Кому говоришь-то? Конечно, нет. Надо туда пойти. Но я точно не пойду. Посрался. Огонь не подавление! Как тут не обосраться-то, блин? Под пулями-то, блядь, кому нахуй хочется подыхать-то? Особенно ради чего? Они же вторгаются везде, им нахер это не надо, блядь. Минное поле зачистить. Нормально, блядь. Да бегу уже! Нарать ты будешь там, блядь. Сидел на жопе, блядь, черт вонючий, блядь. Сидел там, блядь, что-то... Ссался, блядь, а теперь давай быстрее, блядь. Давай, подрывай! Чё нажимать-то? Твою едит. Ё-моё, чё они тут... Ударная волна. Я заблюю уже сейчас. Отлично, вот этот козлёнок-то, блядь. Везде я вам нужен, блядь. А вы мне нахер не нужны, блядь. Своими-то с херами, блядь. Никого я не вижу, блядь. Опа! Давай башку-то, блядь, поднимай. Где он там, этот барбос? Вон он какая-то тварь. Чё мы встали-то, я не пойму, ну. И не вылазит он у меня, ничего, опять какой-то глюк, что ли, блядь? А, сохранение, блядь. Бабахает там, да? Давайте, думаю, на этом нужно закончить на сегодня. Как говорится, достаточно одной таблетки. Заходите на YouTube, смотрите. У меня на ютубе более 900 роликов. До новых встреч.